Как я говорил, сейчас бонусом просто покажу технику, которую, ну, я чаще всего делаю, да, я вот недавно делал на турнире. Очень классная техника. Ну, 4, six guard, переход на 4.11, на рычаг колено. Все то же самое. Отворот. Также переход в X-Guard. Вот сюда. Пум. Только одна какая штука тут. Мы тут меняем ноги. Наоборот. Что я делаю дальше? Я приподнимаю его и ноги растягиваю. Вот такие. А, не растягиваю, точнее, а перпендикулярно, точнее, отпускаю. Ну, как вам объяснить? Не перпендикулярно, а отпускаю, точнее, ногу вот сюда. И перехожу на 4.11. Вот таким образом. Думаю, понятнее будет. Перешли на 4.11. Ваша задача вот эту нижнюю ногу не трогать. Это запрещено. Потому что ваша внешняя нога находится изнутри. А по правилам должна находиться снаружи. Поэтому вы можете только трогать верхнюю ногу. Отсюда там ахилл, переход на ахилл и так далее. Но тут иногда тяжко делать ахилл. Что я тут делаю чаще всего? Даю сопернику прокрутиться в сторону. Он прокручивается и на рычаг колена отсюда. И вытягиваю. Еще раз. Просто тут момент есть во время X-гарда, когда перехожу на 4.11. Тут надо просто четко смотреть. Объяснить тяжело будет немного. Все то же самое. Делариво. Переходим на X-гард. Ручку под ногу, на плечо. Меняем ножки. Теперь что делаем мы? Прижимаем отворот к себе. И ногами тоже к себе, как попрыгунчик. Прижали, вытянули. То же самое тут. Прижали, поднимая его. И отпуская ноги. Отпуская ноги и хватая за эту ногу. Хватаю в моменте, в воздухе. И закрываю. Внутренняя часть треугольника, вот. Закрываю как треугольник. Закрыли, укрепили захват. Теперь что я делаю? Хватаю эту ножку и можете сделать отсюда ахилл. Если ахилл не идет отсюда, я стараюсь, тогда жду момент, когда соперник сам себя как бы прокрутится и даст позволить сделать рычаг колена отсюда. Раз, и рычаг колена. Как бы на этом все.